Всем привет, друзья! Меня зовут Вилли, вы на канале Мотохайкер. Итак, в сегодняшнем ролике я покажу вам очередную штуку, которую я купил для путешествия. Это речь пойдет в сегодняшнем видео об этом замечательном маленьком миниатюрном фильтре для воды. То есть я купил вот этот фильтр и к нему заказал еще три отдельные легкоходные бутылки, которые можно очень удобно скручивать, скажем. Каждая бутылка – это на литр воды. Итак, давайте же посмотрим, что в этой коробке. Я вам сейчас покажу, расскажу. И в конце видео расскажу вам один очень интересный лайфхак с этими фильтрами. Этот лайфхак я подсмотрел у немецких коллег и, соответственно, решил с ним поделиться с вами. Так, давайте посмотрим, что в коробке. В коробке идет непосредственно фильтр. Вот, давайте я его вблизи вам покажу. Вот так вот он выглядит. Соответственно, тут вот открывается, закрывается. Так, вот эта часть будет в рот, а сюда будет заливаться, вот куда стрелка показывает, грязная вода. Дальше, что идет в комплекте в коробке? В комплекте идет вот такая трубочка. Эта трубочка одевается на конец, который рассчитан на, ну, в сторону грязной воды. Получается, вы можете к ручейку или там, допустим, куда-нибудь к водоему просто примкнуть ртом, так скажем, и попить водички. Далее, что идет еще в комплекте? В комплекте идет вот такая вот пластиковая бутылка на пол-литра. То есть это по дефолту. Ну, я не знаю, мне почему-то показалось пол-литра немножко маловато, поэтому я заказал еще отдельно три бутылки, набор по литру каждая. Как это можно использовать, этот фильтр? Вот можно вот так вот его просто накручивать на бутылку. Соответственно, здесь грязная вода в бутылке. Накручиваем и пьем. Также можно, ну, на любую обычную полторашку накрутить и использовать. И что еще тут было? Еще в комплекте идет вот такой вот шприц. Для чего он нужен? Этим шприцом мы потом должны промывать этот фильтр. То есть вы когда грязную воду через него отфильтровали, и потом набираем в шприц чистой воды, вставляем сюда и как бы продуваем. То есть грязь, которая попала в фильтр, она как бы вымывается. И вот с этим самым связан мой лайфхак. Ну, не совсем мой. Итак, друзья, что касается лайфхака, я его посмотрел у немецких коллег и решил с вами поделиться, потому что лайфхак адский, классный. Чтобы не возить с собой вот этот шприц постоянно, ну, сами посудите, это бред, да, он занимает много места, опять же, имеет вес, мы берем вот такую крышку. Это крышка от обычного посудомоечного средства типа Фейри или Прил или любых других аналогов, знаете, которая вот приподнимается вот так сверху и потом можно использовать. Я, естественно, вот эту верхнюю колпачок, который приподнимается, его срезал, получилась вот такая вот конструкция. Далее, что мы делаем? Мы процедили чистую воду. Вот, допустим, у нас в бутылке чистая вода. Далее, накрутили этот колпачок на эту бутылку. Одели сюда, она очень хорошо подходит по диаметру. И потом нажали, просто дунули чистой водой сюда, и грязная вода у вас отсюда вылилась. То есть вот эта вот маленькая штучка вместо вот этого большого шприца. Я надеюсь, что данное видео было для вас полезным и интересным, и вы для себя смогли что-то подчеркнуть нового, поэтому с вас лайк. Ну а с меня дальнейшие видосы. Всем спасибо за просмотр, с вами был Вилли, увидимся, до новых встреч.